домашка, школьная столовка, двойные листочки. Сегодня мы решили поинтересоваться у взрослых, что их так бесило в школьные годы. Погнали! Тупые ученики. На физкультуру не любила ходить. Сама школа. Долгие уроки. Ну вот, уроки русского языка, литературы. Не знаю даже слова, какие подобрать. Поэтому русский не нравился. Математика, наверное. Сколько будет 5-8? Что-то вы меня загрузили. Я обычно все бесил. Очередь в столовую, наверное. Ага. А в столовой вся еда нравилась? Да. Старшики бесили в школе. Почему? Уделяли слишком много внимания, они нас обижали. Что вас бесило в школе? Вообще не бесил, кайфовал я в школе. Уроки бесили. А что там? Почему? Так неохота учиться. А девчонки нравились? Да нет, так, что-то вредные были, комсомолки. А стулья нравились в школе? Парты, может? Не, жесткие были. В смысле, вы на уроки не приходили? Бывало. А что вы делали вместо этого? Ну, булочки ели. Вкусные булочки в столовой были. И что вам не нравилось в школе? В какой школе? В которой вы учились. О, это было давно. У нас в школе учителя тогда били детей, да, на самом деле. Скажите, что вам не нравилось в школе? Я проработала в школе 50 лет. Опа. Что может мне не понравиться? Все абсолютно нравится. Давайте 3-4 скажем с днем знаний в камеру. Готовы? 3-4. Да. Уважаемые дети, родители, я вас от души поздравляю с началом нового учебного года.